Как ты знаешь, я посмотрел мультик про поросенка Фунтика. Он такой классный, он всегда приносит радость. Радость? Ты хочешь, чтобы я показал радость? Я покажу тебе радость, когда я буду душить тебя. Ой, пап, не надо так серьезно. Я просто хотел поделиться с тобой своим веселым мультиком. Веселым мультиком? Ты думаешь, что я буду смотреть веселый мультик? Я хочу пива, а не этого Фунтика. Но, пап, Фунтик такой забавный. Он всегда пытается сделать что-то хорошее, даже если у него не получается. Хороший. Ты думаешь, что я хочу видеть, как поросенок делает что-то хорошее? Я хочу видеть, как он страдает. Пап, ты такой жестокий. Почему ты не можешь просто насладиться мультиком? Насладиться мультиком? Ты думаешь, что я буду наслаждаться этим Фунтиком? Я наслаждаюсь только пивом и твоими страданиями. Пап, ты меня пугаешь. Пугаю. Ты думаешь, что я хочу пугать тебя? Я хочу, чтобы ты испытал страх, как я испытываю его каждый день, живя с тобой. Пап, я просто хотел поделиться с тобой своей радостью. Радостью? Ты думаешь, что я хочу видеть твою радость? Я хочу видеть только твои слезы. Пап, ты такой злой. Злой? Ты думаешь, что я хочу быть злым? Я хочу быть только одним, пьяным. Пап, я не знаю, что с тобой не так. Не так? Ты думаешь, что со мной что-то не так? Я просто Гомер Симпсон, и это все, что я могу быть. Инчимп, инсел, кант, без...